Мы пришли к Артему, и сейчас мы пришли на ту площадку, там, где вы встретились. Вы, наверное, помните. Вы посмотрите перед этим видео, нижнее там видео, вы посмотрите. И там будет, это первая, это была первая часть, а то это вторая часть. Вторая часть с Артемом, и мы идем к нему. А такая дорога у нас на площадку. На площадку такая у нас дорога. Вы скажите, вы тут заблудились, то если бы не я, мы бы дорогу сюда бы не нашли. Пришли на площадку, и сейчас мы проверим. Если нету Артема, так и будет. Все, будем искать. Ну что, не дождемся мы сегодня Артема? Да, так и не дождемся. Ой! Скоро пойдем? Да. Скоро мы, наверное, пойдем. Саня, во что ты играешь? Расскажи, во что ты играешь? Мы играем, сам не стало что. Як тебе звати? Мене звати Влад. Владик? Мені 9 років. О. А я Женя, і мені 7 років. Дуже приємно познайомитися, Владик. А я смотрю на кого-то, хто не підписався. Да, правда, я вижу. От ти іменно не писав, да-да-да. От ти іменно смотриш моє відео, і ти не підписався. Так, лучше увидеть. А, да, підпишись. Підписався? А, точно? Хорошо. Артем, мы тебя сегодня не встретили, но мы с еще одним познакомились. Владиком. Владиком. Передаем привет Артему. Да. Передаем большой привет и лайк от меня. До встречи. Пока-пока. 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 Пока-пока.